Так, привет, ребята. Какие-то проблемы постоянно с программкой для стримов, ютубовской стандартной. Не дает камеру переключать передний на задний, почему-то сбой какой-то пошел. Вообще кнопка Live не работала сначала, но потом она почему-то заработала. Хотя я пытался поставить несколько версий. Иногда это помогает. Но если не работает там последняя, то ставишь предыдущую, потом еще предыдущую, вот эти кнопки рекорд и лайф там. В общем, кое-как работает сейчас. Все это с такой возней делается. Так, отсвечивает. Вот обзор такого вот диска. SATA SSD. Объем уже, конечно, устарел маленький, стоит он там около 1000, по-моему, рублей. Вот такое устройство. Похоже на Ташибу память. ТТ, наверное, Ташиба. Контроллер Xeon S8. Память, кэш-память. Разъем питания SATA и еще какой-то компорт. Я думал, что он не дает информацию о количестве записанного, но через другую программку показал мне все-таки около 10 терабайт. Ресурс, как я понимаю, около 50-100, то есть ресурс еще есть вполне. Провалов по скорости нету, как у SATA SmartBuy, который диск второй, там на Xeon S11, там вначале у него какие-то провалы по скорости. SATA с разъемом NVE, который с ключами BM. Так, в общем, аккуратная плата, диск нормально работает. Правда, он мне уже показывал по Смарту некое ухудшение здоровья, там 90%. Не помню, с чем это связано. Корпус алюминиевый, крепкий. Единственное, что немного болтается плата, даже когда прикручиваешь. Поставили бы сюда резиночки какие-нибудь, чтобы меньше болталось. Винты было не открутить, потому что они краской закрашены, или отвертка у меня сильно маленькая. В общем, три открутил, четвертый не открутил, пришлось его высверливать. Хотел посмотреть, что внутри. Так. Вот другая сторона. Еще под память. С ножками снизу на шариках, более современные. Сейчас уже такие не делают, по-моему, память. Сейчас вся память с контактами снизу. Здесь сразу были места с двух сторон и даже под более новую память. Ну, в общем-то, все. Такой вот обзор короткий диска. Silicon Power. Сейчас бы, наверное, я уже такой не купил бы. Ну, всем пока.